Глава 15. На память. А, Амисия? Она проснулась! Спокойно, Амисия. Хьюго! Мы с Артуром нашли тебя, но... Тебя не было 3 дня, Амисия. Ты чуть не погибла. Мы за тебя переживали. Хьюго! Оставьте меня. И типа легла и все, типа, в смысле оставьте, месяц спустя, да ладно, целый месяц прошел, обалдеть. Ну же, просыпайся. Остальные уже наверняка встали. Январь 1349 года. Пора зажигать огонь. Думаю, Родрик работает во дворе. Что, замок так не оттаял? Еще нет. Зима нынче очень холодная. Ну ладно, ты выспалась? Тебе лучше? Немного. Что? Он тебе опять снился? Да. Я приготовлю тебе особый отвар зверобоя. Все в порядке, Лукас, не нужно. Просто я скучаю по нему. Мне придется смириться с тем, что он уже не вернется. Амисия... Все будет хорошо. Я пойду поздороваюсь с остальными. О, скажи, пожалуйста, Мели, про... Про сундук? Конечно. Она, наверное, скажет что-то вроде «посикай на него», но я боюсь, чего-нибудь отморожу. Угу, отморозит. Стоп, она что, снова закрылась? Это из-за холода. Говорю тебе, это хуже даже, чем ржавчина. Я не чувствую пальцев. Что, тебе тоже одиноко? Ладно тебе, не грусти. Еще один день. Еще один день. Вспомнилась песня «Еще один день». Наунеймерс, Южный фронт. Юг с нами вместе. Опачки. А ты что здесь делаешь? Это Хьюго должен был тебя найти. Цветочек, смотри-ка, нашли. Камнеломка. Давай-ка почитаем. Камнеломка — это... Так. Камнеломка, который еще называют разрыв трава, обычно растет в холодных гористых регионах, где прячется от мороза в трещинах камней. Это символ неизбежности и отчаяния. Название свое оно получило из-за того, что, согласно поверью, способно разрушить камни в почках. Да ладно. Смотри, кстати, у нас остался один гербарий и 2 диковинки. То есть мы почти игру прошли. Это, наверное, предпоследняя серия, я так думаю. Поэтому... Блин, я желаю тебе приятного просмотра и не забудь про лайк. Блин, можно и туда идти на самом деле. А, это одна локация. Все, я понял, хорошо. Блин, я чувствую, тут будет дофига ресурсов, поэтому давай все быстренько соберем. Я помню здесь все. Каждое мгновение. Ух, блин, а ты помнишь каждое мгновение? Блин, игру мы почти прошли, и тут вот, считай, подарочки скопились. Блин, каждый подарочек со своей историей мы собирали, лазили. Помнишь? Нет, блин, обалдеть. Блин, а сюда можно идти. Стопай, давай посмотрим. Суп? Кто его сегодня готовил? Мели? Нет, перца маловато. Я бы сейчас супчика похлебал, блин, кушать хочется. Ресурсы. Давай-ка посмотрим, что мы можем прокачать. Блин, у нас много всего не хватает. Ну, блин, придется собирать ресурс. У нас никогда не было столько яблок. Хьюго бы ими до тошноты объелся. Блин, туда можно идти. Давай сначала туда пойдем, я думаю. Погнали. И туда можно идти, блин, капец. Пойдем сюда. Так, веревки у меня максимум, значит. Лукас снова спал здесь. Должно быть, это место напоминает ему о тех времен. Пора Лукусу притормозить с книгами. Они и так уже на каждом шагу валяются.
Да-да-да. Ну и лицо было у Лукаса, когда тот решил, что заканчивает великое дело. И Хьюго такой: «Ты молодец, Лукас! Прямо колдун!» Да. Надо запомнить, что тут мы... вот, что тут находится веревка. Надо запомнить это место, если мы сюда будем возвращаться вдруг. Да, конечно, хорошую они себе локацию от гробах. Или... Ветер. Нормально. Прости меня. Но если... Если ты знаешь, где сейчас Хьюго, расскажи мне из милости. Здесь кто-нибудь есть? Смотри за ним, если можешь. Да. Загадки во мраке. Что за звуки? Наверх нельзя. А сейчас нам хватит ресурсов? Во, смотри. Бичева. Амиция использует более качественные нити для шнура пращи. Та становится более гибкой, тонкой и стреляет гораздо тише. Проща больше не шумит. Давай-ка прокачаем, я думаю, да? Угу. Неплохо. Совсем неплохо. Хм. Да, совсем неплохо. Понятно. Побежали дальше. А я хочу остаться здесь. Правда? А если? А если, а если? А что, если ты перестанешь жить, как зверь? О! Привет, Амисия. Привет. Простите, я вам помешала? Нет. Артур просто говорил, что хочет уйти. Опять. Да ладно! Я просто хочу, чтобы мы выжили. Как и всегда. Слушайте, скоро стемнеет, и нам нужно зажечь огни. Поможешь мне, Артур? Иди. И постарайся ее не бесить. Ха, зачем мне это делать? Затем, что ты настоящая заноза в жопе. Оу, Лукас просил помочь ему сундуком. Ну-ну, он просто хочет со мной увидеться. Ну ладно, пойдем, когда скажешь, Амисия. Хочет видеться. Ей же 15 лет, а Лукасу 12. Но хотя 3 года, это типа небольшая разница, я думаю. Сейчас опять начнется шиперство в комментариях. Пошли, побежали. Давай разберемся с жаровнями. Начнем с... Да, стой, я знаю. Мы уже несколько недель делаем одно и то же. Прости, но мне проще уснуть, когда я знаю, что яма по ночам освещена. Так что? Как дела? Я чувствую себя старухой. Для старухи ты даже очень ничего. Спасибо. Слушай, я плохо знаю твоего брата, но... Ты бы ему понравился. Правда? Ты спас нас. Тебя поймали, а ты сбежал. Как герой из романа. Я герой. Но он бы огорчился, что ты уходишь. Тупой кусок дерьма. Вот так. Я смотрю, тебе нравится, Игнифер? Я люблю огонь. Ну хорошо, как скажешь. Меня довольно. Родрик, все в порядке? Все отлично. Она у меня сейчас заработает. Эй, спокойно. Если ты все сломаешь... Вот так. Теперь жаровни будут держаться. Метод Родрика рандом, зато работает. Попробуешь? С удовольствием. Давай залутаем ресурсы все, которые найдем, потому что они нам нужны для прокачки персонажа. Хм.
Так, это что, это камень? Кожу мы нашли, хорошо. Амиссия, надо закончить жаровнями. Да, да, я поняла. А я нет. Ладно, ты это займешься, а я пойду к другой жаровне. Когда будешь готова? Не понял. У? Эй, ты в порядке? Да. А что такое? Это было очень резко. Ха, ты про удар ногой? Мой отец был таким. Я просто продолжаю традицию, теперь он... Ладно. Как твои дела? Оу, я в порядке. Я тоже скучаю. О, а знаешь что? Мы всегда можем расширить район поисков. Родрик, это бессмысленно. Прошел целый месяц. Давай... Давай просто приготовим яму к ночи, хорошо? Ладно. Что, Артур так и вьется вокруг тебя? Да заткнись ты уже! Дорогая Амиссия, позволь этому бедному разбойнику украсть твое сердце. Сходи помойся, от тебя воняет. А из тебя бы вышел отличный певец с сердечным нормально. Давай, и проверь всю жаровню прямо на краю. Ни одна крыса не выберется из этой ямы. Эта система тут не просто так. Эта система не остановит обычных солдат. Артур, Мили устала постоянно убегать. Мили и я не такие, как вы. Может, Мили тоже не такая, как ты. Ладно, я понял. Все? Стоп. Или нам в другую сторону надо двигать стопы? Я немножко не понимаю. Наверное, в эту сторону нам надо двигать это. Блин, серия подходит к концу. Не серия, в смысле игра. То есть это предпоследняя серия, я так думаю. Напиши, что думаешь вообще по игре. Мне игра дико зашла. Прям это офигительно крутая игра. Прям, я не знаю, что сказать. Игра просто супер. Все? Займись жаровней на парапете, а я зажгу те. Ага. Я понял. Я тебе говорю, один ее толкал. Телега размером с корову. Да хватит ржать, не смешно же. Я просто представила, как ты толкаешь корову. Правда, чистый подвиг. Крысы повсюду. Спроси о миссии. Вот видишь, у нас у всех здесь что-то есть. И нам нужны люди вроде тебя, чтобы защититься. Мне нужно подумать. Стопэ, стопэ, тут ресурсы, вот, а вдруг все сейчас закончится, поэтому давай-ка соберем, прокачаемся, а потом уже будем думать, что дальше делать, хорошо? Ага. О, да ладно, здравствуйте. Мы нашли инструменты, стопэ, а мне где-то говорилось, что кто-то в комментариях писал, типа, вот, так, сумку, да ладно, стопэ, мы можем улучшать сразу? Так, благодаря новому креплению в сумке для снарядов не остается пустого места. Поместится по 20 снарядов каждого типа. Круто. Ага. Это упростит мне жизнь. И скраб. А тут инструменты. Так, позволяет сбить с противника шлем, выстрелив камнем из пращи. При помощи нового инструмента амиция может полировать камни, снижая их сопротивление и увеличивая их начальную скорость. Так они наносят гораздо больше урона. Так, стопэ, ну-ка прокачаем. Чему нет, блин, круто. Наконец-то, лишним не будет. Так, нам надо найти веревку и три кожи. А тут нам надо найти дофига всего, блин.
Короче, ищем ресурсы и прокачиваемся. Стопа, я могу изготавливать ресурсы? Мне кто-то писал, что я могу изготовить ресурсы. Стопа. Это не то. Вот. А. Препараты я могу, это понятно. Угу. Не-не-не, это я пока не буду трогать, потому что нет. Да. Нельзя, смотри-ка, заперто. Ладно. То есть мне теперь не нужны верстаки, я могу типа без верстаков спокойно все прокачивать. Понятно? Да-да-да. Но надо больше ресурсов Ладно, искать. Я закончила! Что-то не так? Невозможно. Вот срань. Блин, только я думал, не буду снаряды изготавливать, тут опять их придется походу изготавливать. Слишком много. Артур, Амисия. Живо, внутрь. Почему яма переполнилась? Такого раньше не случалось. Черт, я никогда их столько не видел. Лестница на красном участке. Если мы до нее доберемся, мы сможем попасть на башню. Используй жаровню и расчищу проход на своей стороне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо. Где у меня там Игнифер? Стоп, а давай-ка еще один Игнифер изготовим на всякий случай. Жаровня на месте, давай сюда. Иду, иду, иду. Что они делают? Собирают силы! Они собираются потушить огонь! Дерьмо! Амиссия, у меня больше нет Игнифер. Я ничего не смогу сделать. Я справляюсь! Я уже делала это! Я спасу тебя, приятель. Я спасу, только не двигайся. Да нет, не сюда. Да что ты? Блин, а? Нет, быстрее! На нахер. Ты говорила, что тут безопасно. Так раньше и было. Плохо, очень плохо. Мне нужно добраться до лестницы на красном участке. Или я останусь здесь. Амиссия, я толкну в твою сторону жаровню. Доберись до нее. Хорошо, на тебя вся надежда. Вон еще. Да вы что, издеваетесь нафиг? Есть жаровня, она тебе поможет. Угу. Вот так, я отведу тебя до лестницы. Ну давай, бывало и похуже. Держись, я передвину тебе другую. Быстрее! Амиссия, еще старик крыс. Да вы издеваетесь нафиг, я сейчас все ресурсы потрачу. Вытащит он меня, давай вытаскивай. Давай, зажигай! Что зажигать? Куда? 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 А. Одну за другой! Одну за другой! А ты? Ну ладно, пока. Наконец, о боже, я думала, ничего не выйдет. Ты в Жесть. Порядке? Да, спасибо. Теперь дело за тобой. Жаровня на твоей стороне. Я тебе помогу. Ага, надо спасти его, короче. Как там у тебя?
в порядке. Лучше уж быть здесь, чем внизу. Что за чертовщина, Амисия? Они никогда так сильно сюда не рвались. Что случилось? Откуда мне знать? Они как будто пошли в атаку. Ой, да ладно. Это же крысы, а не английская армия. Но чё? Они знают, я знал, что, надо что делают. Отсюда. Я видела такое лишь однажды. Мне нужна твоя помощь. Дома. Сейчас все будет. Не нравится мне все это. Быстрее, я уже не могу. Почему я дальше не могу? Я не могу дальше, стопэ. Куда? Я не понимаю, что делать мне надо? Ну сюда, наверное. Я не понимаю, а что делать-то надо? А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот мы ж мрази, а. Стопэ. А, сейчас она идет. Или нет? Она дальше не идет. Куда, что ли? Я не понимаю, что делать. Ну сюда, наверное, вот что-то я туплю совсем вообще. Зря Игнифера просто я потратил. Блин, надо было сразу его... Я что-то тупанул, а не Но понял. Но набежали. Они решили меня сожрать. Верить не могу. Что происходит? Почему именно сейчас? Я здесь. Вы почти на месте. Давай. Спасибо. Ты заслужил медаль. Ладно, неважно. Идем, надо увидеться с остальными. Надеюсь, они в порядке. Если крысы пробрались внутрь... Амисия, они уже не дети. Они привыкли к этому. Я не хочу больше рисковать. Я не готова больше никого потерять. Вообще, больше всего мне хотелось бы оказаться как можно дальше отсюда. Ну, я не волшебник. Не волшебник. Идем, волшебник, дальше. Ты в порядке? Нет. Что тут происходит? Артур, тебя укусили? Нет. Надо выбираться отсюда. Но замок создан, чтобы сопротивляться. Лукас, их никогда столько не было. Это не просто набег крыс. Тогда что это такое? Сюда! Быстрее! Ах ты мышь, мразь. Иди и сделай то, что должен. Слышь? Хьюго? Давай. Они ему мозги запудрили, эти инквизиторы тупые. Хьюго, это было... Милли, что ты делаешь это с дверью? Это Хьюго! Она не поддается? Что они здесь сделали? Крысы! Он! Он может им управлять. Да, прошу. Это Макела. Куда он ведет? Без паники. Замок как раз строили для такой ситуации. Да твой замок уже разваливается на части. Крысы прошли через ворота. Стопэ. Слушайте, не могу. Мне нужно поговорить с Хьюго. Я могу. Обалдеть. Вот это эпик, конечно, нагнали в конце. Проходите. А? Нет, нет. Артур! Слышь? Оу.
работу. Хьюго! Хьюго! Убей ее! Или я убью твою мать у тебя на глазах. Хьюго! Это я! Амисия! Твоя сестра! Убей ее, дитя! И Виталий, может быть, оставит тебя при себе. Хьюго, нет! Давай, дитя! Она тебе больше никто. Я везде тебя искала! Чего ты ждешь? Перейди этот проклятый порог, носитель! Нет, Хьюго, не слушай его! Довольно! Я скормлю ее твоим крысам! Не трогай его, мерзавец! Я мерзавец! Он сдался нам, потому что ты предала его! Благодаря ему Виталий скоро станет единственным носителем Макула. Что? Нет! Единственный носитель Хьюго! Был! Теперь в венах великого инквизитора течет его кровь! Артур, давай! Умри! Вы все сгорите на дом! Ну нахер! Красава, мужик. Мы достали этого ублюдка! Амисия. Артур, убедись, что он мертв. Мне надо... Надо поговорить с Хьюго. Иди, я с ним разберусь. Хьюго? Хьюго! Я просто хочу с тобой поговорить! Он больше не сможет тебе навредить! Смотри! Ладно, ладно! Я не буду двигаться! Сам подойди! Ну же! Ты мне врала! Камень кидай, дурачок! Сейчас же встанет, инквизитор! Хьюго! Я пыталась! Защитить тебя! Я... Пожалуйста! Ты! Врала мне! Нет! Ты сделал это! Амиша! Ты прошел! Надо было камень кидать, дурачок, блин. Артур! Помянем. Ты мне больше ни к чему. Бегите от Николая, сделано. Стоп, так я же могу сейчас камни кидать. Это понятно? Хьюго, он не должен нас заметить. А кто? Кто это у нас тут? Значит, надо его потушить. Эти крысы нам помогут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, нас не догонят, в небо уронят, ночь на ладони, нас не догонят, нас не догонят. Так, собираем ресурсы по фасту. Ну и где вы? Стопэ. Я могу прокачать? Блин, нет, там все равно не хватает ресурсов, придется нам потушить огонь, я думаю, тогда. Где у нас эта штука? Вот эта. Экстингуис, да? Надо все огни... Не понял. Боже, я не то гашу, что ли? Ничего. Империум, даже держа Гугу за руку, Амиция может направлять его дар управления крысами. Зажмите Tab, чтобы открыть меню выбора. Вот вы где. Так, хорошо. Ну нахер. Слышь? Ладно, хотите поиграть? Давайте поиграем. Не должен тебя видеть. Крысы,
Он их убил. Мы освободим еще больше. Бам-бам-бам-бам-бам. О нет, он не должен тебя видеть. Стопэ, стопэ, стопэ. Ох, почти. Еще бы чуть-чуть. Давай-ка все потушим, чтобы там совсем было хорошо. Ай-ля-ля-ля, игра, не тормози. Ну, я же говорил, что найду вас. Я не понимаю, а чё? Он сражается с ними. ТП, придется один еще изготовить. Давай попробуем. Эй, стоять! Не двигаться! Живите, 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 живите! Блин. Хорошо. Да ну нафиг. Ну, держись, тварина. Прячь, Амися, быстрее. Надо от него спрятаться, я думаю, да? Раз он говорит спрячься. Они точно где-то здесь. А, он поджигает, засранец. Что вы здесь? Так близко. Ах ты мышь, мразь. Здесь никого нет, ну-ка вернись. Ну, да что? Да, я иду. Да. Иди давай, давай, иди. Отказывайтесь отправляться в ад. Я устрою вам ад на земле. Слышь? Он всех убил. Да ну нафиг, а как с тобой сражаться, дурачок? Стопэ, у меня вот же еще есть. Нет, стопэ, вот это. Чего? Готовьтесь к смерти. Он не должен тебя видеть. О нет, он не должен тебя видеть. Ну и где вы? Иди ко мне. Иди. А вот хер тебе. Ням-ням-ням. Амисия! Нет, нет, нет! Артур! Эх, Артур, блин, приятель. Я убью их. На части разорву. Или я... Просто заткнись, ладно? Перестань, пожалуйста. Я убью их. Я сожгу их, ёбаный стяг! Мили, ты не сделаешь этого. Не выражаться. А как же ты? Ты так и будешь там стоять? Очнись ты, смотри. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я понимаю, что нас всех убьют. По очереди. Они убили моего брата и вашего отца. А у меня не осталось ничего. Ничего! Она права. Амисия, это безумие. Пятеро. Против армии? Думаю, нас теперь куда больше. Он преодолел порог. Да, думаю, да. Хьюго, чего ты хочешь? Я хочу спасти маму. Это многое меняет. Даже если ты нас убьет, а что нам терять? Нам? Ничего. А вот Виталию, теперь мы сможем его остановить. Тогда вперед! До конца! Один за всех и все за одного. Ух! До конца!
А что будет дальше, ты узнаешь совсем скоро. Если серия понравилась, пожалуйста, поставь лайк и поддержи меня, и напиши что-нибудь внизу в комментарии. Также подписывайся на канал, оформляй спонсорскую подписку. Ну а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов. Увидимся в следующей серии и пока-пока.